В выходные и праздничные дни Одинцовская госавтоинспекция усилила меры контроля на дорогах и провела оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель». Один из таких рейдов прошел 2 января. Он показал, что большинство автомобилистов соблюдают закон. За несколько часов работы ни одного водителя в состоянии алкогольного опьянения задержано не было. В ходе проведения мероприятий инспекторы проверили свыше 100 автомобилей.